Похоже, на ближайшей планете сработал маяк бедствия. Сообщения нет, только сигнал локатора.
Thank you.
Спасатели? Слава богу! Видите, я же говорила, что кто-нибудь прилетит на сигнал бедствия. Меня зовут доктор Росс. Я старший исследователь экзогени на этой базе. Мы уже много дней находимся в ловушке в этой комнате. У нас почти кончились вода и пища. Вы очень вовремя. Мне нужно знать, что здесь происходит. Откуда здесь только ползунов Тарианина? Откуда вы знаете о Тарианине? Я знаю, чем занимается экзогени. Я видела, что они позволили Тарианину делать с колонистами. Поэтому я его уничтожила. Значит, наш секрет раскрыли, и нет смысла врать. Самое худшее вы уже знаете. Местные ползуны были выведены с использованием образцов на Феросе. Мы нашли способ превратить их в покорных и послушных слуг. Все было нормально. Но несколько дней назад все ползуны будто с цепи сорвались. Лишь немногим из нас удалось скрыться в этой комнате. А вы не знаете, почему они напали на вас? Может быть, между ними и Тарианином на Феросе до сих пор существует какая-то связь? Этот Тарианин не был похож ни на одну известную нам форму жизни. Я не могу объяснить, как это случилось, но, возможно, его смерть так подействовала на ползунов. Есть вероятность того, что на базе есть другие выжившие? Сомневаюсь. Там слишком много ползунов. Думаю, у людей просто не было шансов. Остались только мы. Почему вы не послали четкий сигнал и не объяснили ситуацию? Мы получили только сигнал от маяка бедствия. Эта база с закрытой коммуникационной системой. В экзогене боялись, что кто-то продаст их секреты конкурентам или сообщит об их деятельности властям. У нас нет прямой связи с внешним миром, только маяк бедствия. Он посылает общий сигнал на базу экзогени на Феросе. Они должны были послать спасательную команду в течение 24 часов, но, похоже, у них полно своих проблем. Я услышала все, что нужно. Послушайте, я знаю, что мы занимались нечестными делами. Я это признаю. Но теперь все закончилось. Сообщать властям нет смысла. Вы отвечали за этот проект и за безопасность людей. Они доверили вам жизни, а вы предали их доверие. Но послушайте же, я не хотела, чтобы это произошло. Кому станет легче, если я закончу свои дни в тюрьме? В другое время обо мне позаботилась бы корпорация. Но, похоже, сейчас они сделают все, чтобы никто не узнал об их причастности к инциденту на Феросе. Но у меня есть деньги. Я накопила кое-какую сумму на черный день. Вы можете взять их, если отпустите нас. Погибшие заслуживают правосудия. Я вынуждена вас арестовать. Этого не будет. Открыть огонь! Открыть огонь!